Аэропорт большой тут. А я не знаю, на чем они держатся, потому что мало людей ходит там. Нет, не знаю. У батюшки тоже есть семья, тоже надо содержать как-то. Ну, да. Мало это людей ходит. Батюшка такой с бородой, да? У него семья, как я поняла, тоже большая, хорошая. Большая, да. Только его кораблем, а? Угу. Это как-то корабль. Меня уже дрожь бросает. Боже, как я переживаю. Чего? Да, что разбросала, все по... Все мотало, все, чтоб не разбил. Пойду домой, каша малаша будет. Не, ну аэропорт большой. Эти кремы, они тяжелые. Я хотела в одну сумку, но не получалось. Больше 8 килограмм и все. Не знаю, что под конец вот решила все разбросать. В этих больших у меня по 15 получается, по 12. А эти вот это самые тяжелые. Я взяла, раскинула по всем сумкам. Ну, в эти в ручной кладе тюбики, вы знаете, там же там не больше, по-моему, 100 миллиграмм, если с собой берете, или еще что-то. Да. Да. В ручной кладе. Ничего такого жидкого не должно быть. А не должно быть, а я, вы знаете, даже эту Женя, вот если он переживает, это самое, он должен пить вот валерьянку, вот это самое. А у меня даже своя бутылка, я прошла свои... Не, литр, до литра мне сказали. Что, 100 грамм только? Нет, мало, совсем мало. Не, мне говорили до литра, у нас есть сосед, он летчик. А, ну если не, если до литра, если за, как сказать? Общей жидкости. Я взял эту... Да нет, Женя, я... У меня 100 миллилитров там, по-моему. Да, я тоже знаю, что в миллилитрах. Ну а как мы взяли тогда бутылки пол-литра и все нормально? Да, ну просто нас не заметили. Мы в самолете со своей бутылкой пошли. Что думать? Вот нам про это никто не говорил, что жидкости. Да, да, они-то тоже откуда они знают, может быть, кто там в офисе сидит, они же не ездят. Но ну, когда нас проверяли тоже. А, вы здесь вы имеете в виду, где, когда вы летали? Да, да. Не знаю, почему так сделано. Что мы тут? Не, ну это парковка только здесь. И как парковка? Мы потом... Потом сейчас пойдем в это. Да? А как с сумками? Сейчас тележку найду. Тут же лифт, наверное, есть. Есть лифт, конечно.